И вот мы едем, да? Мы едем в нормальную малосемейку. Это нормальное место, да? Вот все вам говорят, что малосемейки, малосемейные квартиры стоят недорого. Примерно 800 тысяч рублей. Ну, чтобы вы поняли, да? Вот просто едем. Понятно, да? Вот, вот такие у вас лифты будут однозначно. Вот это все будет. Это будет кака и нехорошие вещи. Давайте туда пройдемся. Пройдемся туда. Вот, вот. Холод будет железобетонный у вас. Вам это нравится, да? Итак, 700-800 тысяч рублей. Я попрошу, чтобы Папасяна немножко назад пошла. Туда вот она сейчас покажет. Как мы пойдем с вами. Так вот. Что же такое малосемейка, да? По сути, малосемейка, которую вам предлагают, что это такое? Это одна комната, в ней даже нету подразделения на кухню и места, где вы будете спать. Представляете? И за все это дело вы платите 700 тысяч рублей. 700-800 тысяч рублей. Я так думаю, что сейчас оно и дороже стоит. Вот. Нормально так, да? А где вы машину будете ставить? Ну скажите мне, где вы будете ставить машину? Здесь, что ли? Как вы сюда притащите эту машину? Машина же это тоже вам необходимость. Вот. А теперь про соседей. Соседи это вообще клёво такая штука. Бунг, я люблю соседей. Вот. Даже невзирая на то, что живу в трехкомнатной в Ленинском районе. То есть я не могу ночью походить, потому что у меня соседи снизу. Я не могу включить нормальную музыку, потому что у меня соседи везде, отовсюду. Вот, я не могу... А, кстати, еще соседи сверху. А соседи сверху, это, как правило, бомжи, наркоманы, там все остальные товарищи. Все это дело на вас капает. И даже если вы сделали евроремонт... Вообще, очень все клево. Клево получается, да? Сколько стоит евроремонт вот в этой квартире? Ну, такой, чтобы было более-менее. Вот он стоит примерно там 400 тысяч рублей. Вы заплатите, да? И получится сумма. 1 300 000 рублей. Примерно. Дешевле не получится. Так за эту сумму вы можете себе купить... нормальный настоящий дом. А где он? А мы вам сейчас это покажем. Итак, вы бы хотели дом. Теперь попроще. Этот дом стоит как трехкомнатная квартира в оконцовке. Все знают ее цену. Опустим эту цену на 2 200 000 рублей. Трехов круче столько и стоит. Собственно, уберем половину и получаем результат. Нормальная двуха стоит 1 300 000. Без соседей, без долбанного лифта. На своей земле и тачка под боком. Ау! Так может быть мы идем к вам? И кстати, чтобы вы поняли, строительство фирмы «Экодом-74» для вас делается каждый день. Зимой, летом, осенью и весной. И мы, конечно, понимаем, что этот дом не стоит 1 300 000. За 1 300 000 вы строите нормальный двухкомнатный дом площадью 60 квадратных метров. А сколько вот такой дом строит и когда вы его поставите? Этот дом в среднем стоит 2,5 миллиона под ключ. То есть это уже с натяжными потолками, с электрикой, сантехникой, отоплением, канализацией, но полностью под ключ. Вот сколько и когда вы его сдадите? Сдадим мы его в начале января, уже полностью. Начали строительство 5 сентября. Вау, это быстро? Да, это быстро. То есть вот в таком же количестве вы можете и обыкновенный дом сделать. Но я так понимаю, что одноэтажный двухкомнатный дом гораздо быстрее будет. Да, за сколько? Ну, в среднем 2-3 месяца строительство занимает этого дома. Этот дом стоит немножко дороже. 1 600 000. Полностью готовый, готовый дом. Я, конечно, понимаю, что вам бы хотелось что-то сделать и своими силами. Так почему не делать? Пожалуйста, вам делается нормальное место жительства. Представляете? 1 600 000. Это даже не цена двухкомнатной квартиры. Ну, хотя это двухкомнатная квартира, но это не двухкомнатная квартира, вы должны понять. Вот. Строятся такие дома круглый год. Утром, днем, вечером, весной, зимой и летом. Цена вопроса. Вы поняли, да? Сверху-то сколько комнат, снизу сколько комнат. Конечно, вы можете это дело не делать, да? Но мы вам о чем говорили? О том, что по сути вопроса, да, помните, да, разговор был в начале сюжета про однокомнатную квартиру, которая стоит всего на 300 тысяч дешевле, чем этот большой дом. Так что, ребятишки, подумайте прежде всего своей головой. Стоит вам залазить в ипотеку, потому что, ну, ипотека это понятно, да, а такой дом сделали, а потом еще и хорошо продали. То есть отбили эту ипотеку, заработали себе денег и построили себе нормальный дом. Чем это не ваш выбор, а?
Да, это круто, да, это клево. И да, это недорого. И да, понятен результат. Здесь внутри следов штукатурки и цемента просто нет. По сути, продав свою треху, я бы взял себе такую хату, да бы еще бы ипотеку закрыл. Ну да ладно. Все примерно такое же будет и у вас. Возьмите только место. А местов этих, зная замечательную магнитогорскую объездную, у нас много. Хотите в Братской Башкирии, хотите в Агаповке, либо в Верхнеуральске. И до работы будет времени недолго, и земля там аховая, и получите результат. Ну а если сильно захочется, то рядом с городом поселков достаточно. И вам надо понять суть. Такие дома возводятся круглый год. Итак, мы прекрасно понимаем, что такое это эковата, да? Это эковата, она сделана из дерева и пропитана той штучкой, благодаря которой здесь ничего не будет. Здесь не будет ни мышей, ни грызунов, ничего. Все верно, все верно. Гринборд состоит из древесной шерсти, смешанной с цементом. Это абсолютно экологичный материал и пожаробезопасный. Я так понимаю, этот дом топится обыкновенным электричеством? Да, этот дом топится обыкновенным электричеством. То есть здесь заказчик попросил поставить отопление водяное под электричество. Я вот сейчас могу просто раздеться и вот так быть, да? Да, конечно. А теперь все-таки выйдем и посмотрим. Никакого ленточного фундамента. В любое время года вворачиваем стальные конструкции, заливаем туда цемент, и у вас отличный результат. Промерзнет ли пол? Я бы, конечно, мог вам и это продемонстрировать, но нормальные полы, коим уж 23 года, вы помните? И это все делается с мозгами. А в этом и есть суть процесса, и он не промерзнет, а как тепло. Я не понимаю суть моей трехи. Но где же мои деньги? Если я здесь угорал от жары, и это тены, то почему я пишу в одежде «это отличная трешка»? Может быть, в этом и есть смысл кинуть всех и уехать в свой дом, который возводится компанией «Экодом 74» практически круглые сутки, с перерывом на сон. Вот такие дома вам готова предоставить замечательная фирма «Экодом 74», которая занимается строительством таких домов. Она занимается этим круглый год. То есть нет такого, что летом и к концу лета. Нет, пожалуйста, зима. Осень, лето, весна, в любое время года вам такие дома ставятся. Что касаемо этого дома, да, цена небольшая, 1 600 000. Количество окон не такое же большое, но внутри-то все шикарно. То есть вот этим-то и надо понять, что прежде чем вы себе что-то запланируете, надо голову включить. Тем более, что сейчас замечательные налоги возникают у нас. Поэтому надо строить то, что вам необходимо. Невзирая на то, сколько у вас количество людей будет в этом доме проживать. Поэтому чуть-чуть до морейка, и получается замечательный результат.